С наступлением лета в Ноябрьске, как обычно, развернулась стихийная торговля. И если, покупая съестное в магазине или на рынке, вы можете быть уверены в том, что товар предварительно проверен специалистами, то в случае с торговлей стихийной таких гарантий никто не дает. Да и то, что задача многих уличных торговцев – это прибыль любой ценой, ни для кого не секрет. К слову, об этом накануне говорили на аппаратном совещании в администрации города. Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Ноябрьску Юрий Полищук отметил, что сейчас у его ведомства просто связаны руки. По закону проводить проверки надзорные органы могут только раз в 3 года. Или же по заявлению граждан. Единственное, вот я говорю, вот, как говорится, шанс, который мы можем выехать, или, вот, это только по заявлению граждан и граждан города. И мы неоднократно и обращаемся и через средства массовой информации о том, что, уважаемые, если есть какие-то определенные нарушения, будьте добры, номер телефона такой-то, обращайтесь.